Привет, это Сера.ру. Мы ведем репортаж с выставки CeBIT-2013. И сейчас мы попали на стенд компании Sensomotric Instruments, которая показала свои собственные очки дополненной реальности. Полноценным продуктом их назвать нельзя. Пока что это лишь демонстрация технологии в страшненькой оболочке. Сейчас устройство состоит из двух частей. Первая из них, собственно, очки с несколькими камерами. Одна направлена вперед, а остальные следят за вашими глазами и определяют конкретную точку, на которую вы смотрите. Отдельно надевается дужка с небольшим полупрозрачным дисплеем, который и нужен для дополненной реальности. Например, вы пришли в музей, вокруг куча экспонатов, но очки могут понять, куда именно направлен взгляд и вывести справку по конкретному артефакту древности. Весь комплект в сборе весит 75 грамм и на нос давит весьма ощутимо, ну и выглядит довольно страшно. На вопрос о конкуренции с Google Glass представители компании ответили отрицательно. Эти очки настолько дороги, что на потребительский рынок компания вовсе не рассчитывает. Они надеются заинтересовать очками музеи и всяческие экскурсионные бюро. Это была Сера.ру. Следите за нашими репортажами с CeBIT 2013 и подписывайтесь на наш канал. Пока!